Дорогие друзья, с вами снова Adam Not Space, и сегодня я бы хотела рассказать и сделать обзор на всех моих фигурок по серии Лего Бэтмен. Я когда-то делал уже этот обзор, но там у меня было, во-первых, больше мини-фигурок, что, конечно, плохо, значит, у меня сейчас их меньше, но половина из них были кастомные, а тут только сколько? Только два кастомных. Так что давайте начнем. И начнем мы с мистера Фриза. Вот такой вот мистер Фриз у нас. Он шел в наборе с Арктик Бэтменом. Сейчас мы его сфокусируем. Фокусация. Come on. Вот. И теперь мы видим мистера Фриза гораздо лучше. Вот такой вот у нас мистер Фриз. У него его Ice Cannon. Ледяная пушка. И его шлем. Достаточно тоже прикольный. Такой уже ранее использовался в Атлантис. Туловище. Пропечатканное на голове. Очень классное. Ну и сзади. Следующий у нас Бэтмен Электро. Электро Бэтмен. Или Бэтмен в электросьюте. Называйте как хотите. Ну, он мне попался в Dictionary. В энциклопедии по Бэтмену. И да, это эксклюзивная фигурка. Вот такая вот. Если хотите, то обзор может тоже будет. Вот электросьют Бэтмен эксклюзив минифигур, чтобы... Просто знали, откуда он. В общем, вот такой вот у него принт. На руках также есть и сзади. Очень классная мини-фигурка. Даже на этом, на его маске есть принт. Это очень классная мини-фигурка. Всем советую купить эту энциклопедию. Очень-очень классная. Все иллюстрировано. Ну и мини-фигурку хотите эксклюзивную, покупайте. Что ж, следующий у нас будет... Бэтмен обычный, ну как обычный, он просто из набора Лего Муви, но в принципе в наборах обычного Бэтмена он тоже был такой же. У него такая маска обычная, то есть ничего не нарисовано. Ну а сзади принты незначительные, ну ладно, вам покажу. Все-таки пояс и сзади будто бы спинные мускулы. Далее идет Джокер. Джокер. Джокер у нас в таком плаще, в моем самодельном, кастомном. И он тут еще будто бы бархатный. Как видите, я так распушил. Давно очень делал этот плащ, просто давненько очень, в общем. Годик тому назад, наверное. Вот. Хороший плащ достаточно. И причем вот этот скотч, его, во-первых, не очень видно, и он держит очень хорошо эту ткань. Ну а сама мини-фигурка Джокера не представляет из себя ничего такого особенного. Это Джокер из новых наборов по серии Lego Marvel, точнее Lego DC Super Heroes. Простите, что сказал Marvel, это я запутался. Какой Marvel, что? В общем, вот такой Джокер. И напишите в комментариях, какая вселенная вам нравится больше, Marvel или DC? Вот, хочется просто знать. Мне лично, мне... Я даже, если честно, и не знаю, потому что в DC уделили огромное внимание просто Бэтмену. И мне это очень нравится. Бэтмен мне вообще нравится как персонаж. Реально. Там Бэйн есть, вот мне нравится история Бэтмена. А в Марвеле больше супергероев, больше злодеев, больше брутальности, больше всего. То есть, я не знаю. Я, то есть, еще не определился с выбором. Ну, как-то я больше Бэтменом все-таки увлекался раньше, чем Марвелом этими, да. Поэтому, наверное, все-таки мне нравится DC больше. Вот такой вот, это классический Бэтмен в классическом сьюте. Почему я не сделаю обзор на все мои фигурки Марвел, так как у меня их всего, сколько, 4. Это Iron Man, War Machine и Spoody Moon, и все, больше никого нет. Это у нас Riddler, то есть загадочник, или как там его звали, из набора Dynamic Duo. Там был Робин, Джокер, ну и этот Riddler. Далее это у нас Харли Квинн. Кстати, не помню, из какого набора. А, тоже из Dynamic Duo Харли Квинн у меня. Тут у меня такая бошечка, и сзади тоже такая более... Улыбается, гримаса у нее такая. И у нее от Индиана Джонса такая плетка. Ну, у меня был Индиана Джонс, поэтому я ей просто дал плетку, так как у нее оружие-то какого,
так какового не было, но я решил дать пятку. Следующий это у нас Робин, только не в таком плаще, как Бэтмен. У него, видите, такой вот немножечко с прорезами. Но такой от Робина я не нашел. У Робина есть двойное лицо там, где он такой. А, нет, помогите. Такие уже делались давно в Лего, это очень популярно. Ну и сзади у него незначительная печать, поэтому не думаю, что это столь важно. Ну и остались два моих кастома. Это у нас Scarecrow. Очень классная мини-фигурка. Пугало. Я помню, делал даже пугало из игры Arkham Asylum. По-моему, так называется игра. Вот такой вот у меня получился. Прикольный достаточно. Scarecrow. И, кстати, бошечку я взял из набора Гарри Поттера. Там у Хагрида росли тыкви. У меня их две. Да. Ну и последняя мини-фигурка вообще незначительная. Это хенчмен Двуликова. Вот такой вот он. Самого Двуликова у меня нет. А хенчмена я кастомного сделал. Видите? Это еще хенчмен из старых Бэтменов. Там, где Двуликий был наполовину красный такой. И он такой ходил с монеткой. Хотя не все с монеткой, но мне нравится старый Бэтмен. Он как-то более такой прикольный. Там, где еще такой Бэйн старый, его зовут Проклятие. Там, где этот, как его. Короче, мне нравятся старые Бэтмены. Там этих, каких они годов там. В общем, я не помню, но мне нравятся старые Бэтмены. Они новые, вот эти вот Dark Knight, Темный Рыцарь. Мне они не очень нравятся. Они прикольные, я согласен, но старые. Классика рулит, вот. Смотрите классику. Ну, а на этом я заканчиваю свой обзор. Только сейчас заметил, что сзади меня в пакетике лежит Arctic Batman. В прошлом видео про Lego Batman Minifigures все меня спрашивали, почему ты хранишь вот эти две минифигурки в пакете. Я вам отвечу. Во-первых, это эксклюзивный 1014 из Lego Star Wars. Я с ним очень классная история связана. Я, может быть, потом как-нибудь расскажу. Пишите в комментариях, если хотите услышать историю TC-14. Ну, именно как я его заполучил. Причем абсолютно бесплатно. В общем, да. Потом расскажу. В общем, вот Arctic Batman. Самый крутой вообще Batman. Он красавец. Он просто... Я не хочу, чтобы его плащ заморался или еще что-то. Я его вообще в руки практически не брал. Я его собрал сразу в пакет, чтобы... Вот там вообще ничего с ним не было. Сзади такой принт. Ну, сейчас я его в руки, конечно, взял, но вот просто... Он просто офигенная мини-фигурка. Просто... О, лайк ему. Ну, и мне можно лайк. Ну, я как-то на них не очень так-то не нужны. Хотя, ну ладно, на этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Следующий обзор будет, наверное, на всех моих мини-фигурок по серии Power Miners. Вот. Ну а на этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока, ребят.